Дополнительные занятия по физкультуре, тренировка подачи блоков. Капитан сборной школы номер 20 Никита Джиоев занялся волейболом 3 года назад. За это время спортсмену и его коллегам по команде удалось завоевать титулы призеров и победителей школьных и городских соревнований. В этом году волейболисты повысили планку и успешно выступили на областном турнире в Сергаче. Было прям супер. Такие эмоции мы никогда не испытывали, потому что первые наши областные соревнования. Вот. И заняли 3-е место. По словам Никиты, на турнире сложнее всего было настроить команду на победу. По мнению капитана, общий результат зависит от каждого игрока. Во-первых, как бы надо справиться с волнением и настроить команду на победу, поддерживать всегда, даже если, например, что-то не получается, поддержать, чтобы в следующий раз у человека это получилось. Всего в турнире «Серебряный мяч» приняло участие 5 юношеских команд со всей Нижегородской области. Соревнования проходили по круговой системе. Каждая команда должна была сыграть друг с другом по одной игре. В тройку призеров наша команда вошла практически без поражений. Сейчас спортсмены готовятся к всероссийским соревнованиям по волейболу, которые пройдут в апреле в Нижнем Новгороде. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.